ЧАЭСники бьют тревогу. В квартирах жителей области стали чаще возникать пожары. Спасатели связывают эту тенденцию с тем, что люди стали более безответственно относиться к эксплуатации электроприборов. А между тем, чаще всего именно из-за этого создается угроза возгорания. Так, в Усть-Каменогорске в отсутствии хозяина пожар вспыхнул в квартире на 5-м этаже дома по проспекту Назарбаева. Огонь вспыхнул в квартире, расположенной в жилом доме по проспекту Назарбаева. Прибыв на место происшествия, пожарные расчеты обнаружили густой черный дым, идущий с 5-го этажа. Внутри жилого помещения горела мебель, личные вещи. На 5-м этаже в квартире горели личные вещи, мебель на площади 10 квадратных метров. Эвакуация жителей по данному адресу не проводилась, жертв пострадавших нет. Предварительной причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем. В этой связи жителей области просим строго соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Дополнительно хотели довести, что основной причиной пожаров также является нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, такие как обогреватели, чайники, термопоты кустарного производства, зарядные устройства и электроудлинители. Рекомендуем жителей не перезагружать электросеть. Также сообщаем, что при возникновении пожара необходимо незамедлительно сообщать в пожарную службу по номеру 101.